что шли работы, там были определенные сложности. У нас в Беломорской были сложности. Сегодня 31 декабря будет открываться станция метро Коврино, и на близлежащих перекрестках уже стоят машины ДПС, потому что приезжает заряд. На улице Бивенко перекрыли движение. А вот и Сергей Семенович. Итак, мы приближаемся к станции метро Коврино. Приехал с Сергеем Семеновичем сегодня. Где вы приехали? Перекрывали улицу Бивенко. Давайте посмотрим, как будет выглядеть открытие. Видим толпу граждан прессы. Жители спускаются. Сейчас без билетов, характерный запах. Вот сейчас будет Собянин перевязать ленточку. Немножко я опоздал, его не заснимали. Новогодний украшенный поезд.
правую сторону проходите. Правую сторону проходите. Посадка с другой стороны будет. Мне кажется, никто не подойдет. Если едет туда, оборачивайся и едем. Какие варианты уже? Пожалуйста, пожалуйста, просьба освободить поезд. Поезд отправится с другой платформы. Руководство Москвы ждет прибытия поезда для того, чтобы отправиться в сторону метро Речной вокзал. Кать, близко не подходи, Кать! Осторожно, осторожно, осторожно. Спасибо. Все, спасибо, отходим. Осторожно. Что шли работы, там были определенные сложности. У нас в Беломорской были сложности. Они начали не хотели, выражали строительство летнего метро, оно проходило рядом с их домами. Пока мы отложили на год, потом сейчас они снова захотели, потом мы начали снова строить, из-за этого еще отложили на полгода. Такие приключения. Спасибо вам большое. Спасибо. Надо обустроить вокруг, сделать транспортный узел хороший, красивый. А вот вопросик, Петровский парк до делового центра когда откроют? Ближайшие не откроем. Ой, хорошо, Бог. Он готов, там просто идет пусконаладочные работы, мы уже хотим довести до конца. Все замечательно. Первый участок видеопересадочного контура, большой, кольцевой Москвы, поэтому стыкуется с многими станциями, и с МЦК, и с метро, вот это надо все увязать, чтобы синхронно все работало. Поэтому несколько затянуть пусконаладочные работы, но в целом он уже готов. Все, хорошо. Следующий ну там, сегмент, да, да. Yeah.
станцию метро, на вокзал. Заняло примерно 20 минут. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в центре событий.